Преодолеть около 400 ступеней, подняться на 60 метров ввысь, и все это в боевой экипировке, которая весит больше 20 килограммов. Нягинские огнеборцы приняли участие в соревнованиях по скоростному подъему на 18 этаж самого высокого в городе многоквартирника. Здесь у нас и федеральная, и противопожарная служба субъекта, и частная пожарная охрана участвует, поэтому полностью весит гарнизон. По сути, кто изъявил желание. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, да, это на сегодняшний день при тушении пожаров очень актуально, потому что в случае возникновения пожара это большая задымленность, то есть без средств индивидуальной защиты просто невозможно будет ни отыскание людей, ни спасение, ну и также успешная ликвидация пожара. Для участия в забеге зарегистрировались 23 профессионала своего дела, которые днем и ночью борются с огненной стихией. В том, что пожарные находятся в отличной физической форме, сомнений во время соревнований не возникало ни у кого. В среднем огнеборцы преодолевали дистанцию за 3 минуты. Одни положительные эмоции, конечно, в конце небольшие трудности были, но это первый раз. Как бы, я думаю, что в дальнейшем будем развиваться, и это очень дает оценку твоей выносливости, это спортивное мероприятие, и развитие своих профессиональных навыков вот при подъеме именно на высотные здания, что в дальнейшем может помочь в тушении пожаров и оперативному подъему вот на такие высотные здания, если в нем произойдет пожар. Каждый участник соревнований получил отличную возможность проверить свои силы. Что касается победителей, то по итогам состязаний лучший результат показал старший лейтенант внутренней службы 4-го пожарно-спасательного отряда Антон Казаков. Для прохождения дистанции огнеборцу потребовалось всего 2 минуты и 4 секунды.